Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Не так давно я делал видео, как можно делать отводы через Shift, и людям понравилось это. Меня попросили, чтобы я сделал видео, как можно делать за тьму эти отводы, да? В прошлом видео у нас был Чен, но я решил не повторяться, и поэтому взял тролля и собрал ему доминатор. То есть у нас будет тролль с доминатором. С самого начала давайте мы сейчас быстренько сбегаем, поставим борды, просто так, чтобы вам было видно результат. И пойдем в лес. Так как у нас есть доминатор, само собой логично, нам нужно приручить себе крипа. Опять же, я говорил в прошлом видео, что не важно за кого вы играете, за свет, за тьму. Вы даже можете сделать такой отвод через Shift. По разным точкам нейтральных крипов, вот здесь можно сделать, здесь и так далее. Самое главное, просто нужно рассчитать время обхода. Я специально для вас сделал расчет. Для этого нам нужен будет крип, у которого скорость 350. То есть это детеныш кентавра. Я думаю, найти его будет не проблема, потому что он практически всегда есть в лесу. Это вам не поиск волка. Понимаете, да? Вы чуете? Как обычно, отсылаем крипа на базу, а наш тролль может заниматься там своими делами. Например, пойти фармить в лесу или фармить где-нибудь на лайнах. Сейчас нам нужен только наш крипок. Все, отсылаем его в эту точку. Это будет наша первая точка. Опять я вам покажу на примере трех точек. Но еще раз говорю, вы можете сами изменить путь обхода. Позже я вам скажу, почему мы идем именно по таким точкам. Надо будет не забыть вам сказать. В любом случае, нам сейчас нужна 27 секунда. Вот он, время идет. Идет. Все, зажимаем Shift. И как обычно, зажали и держим все время. Когда мы видим, что появилась 27 секунда, да, жмем в эту точку. Вот мы видим полоску. Жмем сверху полоски. На 27 секунде. То есть 27 секунда, чуть-чуть подождали и нажали. То есть между 27 и 28 секундой. Это в идеале. Потом жмем просто на факел, не отжимая Shift, все время держим Shift. И жмем в эту точку. Все. Это наши три точки. Потом опять делаем обход. То есть сделали первый обход, делаем второй обход. Кто-то в прошлом видео писал, что типа это долго. Нет, это не долго. Если вы все правильно делаете, то это нифига не долго. Я уже, пока говорил, сделал три обхода. Три. Вот он, четвертый обход. Оп-оп. Потом сделаем опять сюда, жмем. Пятый обход. И последний давайте сделаем чик. И шестой обход. Все. Смотрим. Он сделал первый отвод. В результате у нас сейчас две пачки крипов. Две пачки. В идеале, да, максимально эффективно будет, когда у нас будет 5 пачек крипов. То есть он сделает 4 отвода. Это в идеале. Посмотрим, получится ли у нас это сделать с помощью крипа данного. Это у нас кентавр следопыт. Следопыт, вы понимаете, да? В чем вся сила? Вот мы видим, 57 секунда, 58, 59. Опа, все, появились, отлично. Теперь у нас 3 пачки крипов, 3 пачки. Осталось еще 2. Будем надеяться, что все выйдет хорошо у кентавра следопыта. Так, все, он пока делает отвод. Давайте мы пойдем пока сходим в магазин по-быстренькому. Купим себе шмота. Это на потом, чтобы разбирать эти пачки крипов. Я вам потом покажу. Мы будем считать, сколько всего крипов вышло у нас. Ну, еще одну возьмем. Так, ну смотрим. Давай. Беги. Три пачки. Да, все правильно, три. То есть это у нас големы и две пачки динозавров. 53-я, 54-я, 5-я, 6-я, 7-я. Отлично. Получилось. Хорошо. То есть теперь у нас 2 пачки големов и 2 пачки динозавров. И... Да, динозавров, все правильно. Не драконов, динозавров.
И в идеале сделать еще один отвод. Давай, пожалуйста. Вот мы видим, уже крипы не влезают. Ничего страшного. Давай, следопыт, пожалуйста, сделай еще один. Вы видите, да? В чем замысел того, что он приходит на базу? Он регенит свое здоровье. Само собой, когда он делает отвод, он получает таких хороших люлей. Хороших люлей. И при заходе на фонтан, он отрегенивается. Профит. Вот бежит, бежит, такой, о, тю-тю-тю-тю-тю. Давай, 51-я, 52-я, 53-я, 54-я, 5-я, 6-я, 7-я. Отлично, просто великолепно. Ну все, просто великолепно. Он пошел по сокращенному пути, неважно. Самое главное, он сделал 4 отвода без нашего участия. То есть мы потратили вначале там секунд 10, наверное, чтобы задать ему алгоритм обхода. И он сделал 4 отвода. В результате здесь 5 пачек крипов. Спасибо тебе большое, братюня. Отдыхай. Все, он свое дело сделал. Теперь мы идем и фармим. Так, давайте мы себе поднимем уровень. И будем сейчас считать, сколько мы убьем крипов. Ой. Ну ладно. А, ну в принципе нормально. Все. Ну поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15 разделить на 3 получается 5. 5 пачек крипов. Все очень просто. Пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть от меня видео, как можно сделать отводы через Shift, но уже обычные респауны крипов. То есть сразу несколько респаунов. Чтобы крип заходил, делал сразу несколько отводов подряд. А, да, и чуть не забыл. Я вам обещал сказать, почему мы сделали такой алгоритм. Если мы бы сделали как в прошлый раз, например, чтобы крип, вот смотрите на мини-карту, отсюда шел сюда, потом сюда и обратно, так можно было сделать, но у нас не получится сделать отводы, да, 5, и собрать 5 пачек крипов, делая отводы через лестницу. Не получится. То есть вот так отвод, через верх поднимаясь. Потому что крипы, они будут здесь толпиться, да, и новые не будут появляться. Поэтому нам в любом случае нужно делать отводы в эту сторону. Именно поэтому я сделал такой вот алгоритм. Вот так и вот так. Все, теперь, я думаю, вам будет понятно. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.